Это жалкий банкиришка дал Уику последний настоящий элемент головоломки. Рассказал о том, где находится цитадель моей дочери в горах. Важное место? Сидя там, она руководит всей моей операцией в Европе. Она мой самый преданный помощник. Но что еще важнее, она моя дочь! А еще... Известное чудище. Опять клевещешь. Вы не остановитесь ни перед чем, лишь бы вам клялись в верности, лишь бы мы вам подчинились. Тебе еще столько предстоит это осознать, радость моя дорогуша. Можешь требовать подчинения сколько угодно. Мы в вашей грязне в справлении не участвуем. Вы олицетворение с собой все. Их силы и возможности, их иллюзию классовой иерархии и этикета, которые, как и они думают, отграждает их от кары богов. Вы воплощение их коррупции и двуличия. Они отгородились от всех своими правлениями, валютой и прочей херней, и считают, что это придает им человечности. Именно поэтому ты решил развязать войну? Ты думаешь, я ее развязал? Я не думаю, я знаю. Мой отец уже мертв. Грехи, в которые ты его обвиняешь, не оправдывают твоих собственных. Значение имеют лишь грехи Уика, то, что он сделал с моей семьей, и потому, что он сделает дальше, прощать нельзя. И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated, на связи с вами ваш Альберт Вескер, но это Джон, мать его, Уик! И скорее всего это финал. Мы сегодня продолжаем прохождение, у нас, по-моему, осталось два бинта, сколько я помню. При этом у нас эпицентр отсюда хорошо наблюдать за тем, как распадаются страны, возникают империи, и круг пожирает, и все кругом пожирает порча. Пойдемте узнаем, какая порча нас ждет, мистер Уик. Мистер Уик! Жалко Джона в четвертом фильме, реально. Вот какой-нибудь комментарий. Уинстон. Харон. Харон, кстати, тоже жалко. Так. У меня бинтов осталось ровно два. Здесь закрыто. Нет смысла туда идти. В обход разве что получается. Давайте посмотрим. Тут вот какой-то кабинет с большим вентилятором. Спуск вниз нам явно вот сюда. Можно еще пройти вот здесь боком и спуститься здесь. Но в любом исходе нам нужно вот сюда, где все темным-темно и большая дверь. В общем, здесь два пути у нас. Я, скорее всего, пойду боком. Посмотрим. О, нам сказали, да не надо выбирать, выбирать как есть. Отлично. Так, нейтрализовать. Нейтрализовать дамочку. Нейтрализовать. Нейтрализовать. Так, нейтрализовать. Так, нейтрализовать. Так, толчок. Так. Нейтрализация. Большая амортизация. Удать. Ударить. И, да давайте добивать чуть по полной. Так. Если уж бить, так по полной. А то у меня вообще кончилось все. Давай, Джон. Вот так вот. Так, теперь соберись. Давай пройдемся. Вот там что-то открылось. Ну, можно, в принципе, пройти здесь, пройтись там. Не дать, еще раз кабинет пройду. Еще нас ждет много веселья.
Так. Отлично, нейтрализовать. Так, так, парировать. Респект. Респект. Ну то мы знаем, кто нас ждет в этой зоне. Может пойти другим путем, но там, наверное, тоже сам будет. Так. Отлично, идите сюда, я вас нейтрализую, сэр. Все? Красота. Так, дайте я вас тоже нейтрализую. Вот так вот. Спасибо, что подходите на зону нейтрализации, молодые люди. Так. Так, толчок. Нейтрализовать. Кстати, по-моему... По-моему, больше вообще... А, нейтрализация вообще больше ничего не жрет. Или жрет, но не все. Ну, неплохо. Пока магазин есть, пока патроны есть. А, вышибало. Так, ждать. Нейтрализовать. Нет, на что мне на нее тратить время? Вот реально. Так, пока никого не вижу. Так. Нейтрализовать. Удар. Благодарю. Так, собраться. Пока валяется, но... Ладно, подниму. Лучше пусть это будет штука при мне. Пистолет, что всегда взять, добрать можно с собой. О, красота. Так. В сторону. Нейтрализовать. Так, и огонь. Прекрасно. Может теперь вот это поднять, если к случаю. Перебинтоваться бы, наверное, бы стоило бы. Давайте перебинтуемся. Один бинт я всегда оставлю себе, но если перейти... Так, ну этот... Так, огонь. Огонь. Так, поднять. Сменить стойку. Огонь. Огонь. Их тут много. Поднять. Так, соберись, Вик. Идем аккуратненько. О! Огонь. Так, здесь пока поваляется, пусть поваляется. Хотя там 16, а у нас 12. Не, давайте поднимем. Если что, всегда забрать смогу. Так, сменить стойку. Так. Пока вроде все тихо. Соберись. Вот прекрасно. Отлично. Так. Здесь относительно безопасно. Так. Уклон. Так, сменить стойку. Ах ты гадина. Так, парировать. Нейтралка. Так, толчок. Удар.
Удар. И еще удар. Пока живем, хорошо. Так, соберись, Уик. Бери вот этого красавца. Фух, проходим пока неплохо. И это пугает. Сейчас ведь будет что-то. Что-то должно же быть. Да ладно. Ничего не будет? Я ожидал подставы. Ну ладно, мы, у нас еще один бинт в запасе. Продержим его до Хекса, потому что с ним реально будет сложно. Что ж, давайте посмотрим, что впереди. Мистер Уик, он пришел проверить, как работает центр по мировому господству. И сотрудники местные его не порадовали. Они ложатся слишком хорошо под его бородой. Борода мистера Уика сокрушает целые нации, целые миры, целые яйца. И при этом все ложатся перед ним. Никто не может устоять перед мистером Уиком. Даже офис-менеджер ждет его в главном офисе. Вы только посмотрите, как он стоит и ждет его. Мистер Уик даже отвлекается на разговор с секретаршей, чтобы узнать о бюджете на мировое господство. И, честно говоря, его не понравился бюджет. Видите, как он потряс своей головой? И сейчас он заходит к главному офис-менеджеру. Ты чего, мир не захватываешь, офис-менеджер? Вот тебе по яйцам. Эх, кошмар. Вообще не умеет давать работать. Так, возьмем пушечку. Расстреляем здесь все, расстреляем здесь все. Этого уложим, плохой офис-менеджер. Ты тоже не ложись. Где-то у нас еще один нашелся. И вот этого офис-менеджера тоже, например, сперва перебинтоваться. Так, вы тоже ложитесь, мисс офис-менеджер. И этого с присядки, с присядки, с присядки. Вот так вот, вот так вот. Молодец, молодец. Двигаемся дальше. Давай, правильно потряс головой. Расстреливаем этого офис-менеджера. Кошмар, где только офис-менеджер? Где главные специалисты по мировому злу? Давненько нет. Перекаты, перекаты. Перетрясаем бородой. Еще раз перекаты. И расстрел со всех сторон. Защита обоюдным огласием. Уничтожение всего. О, хоть один настойный противник, но ненадолго. Мы ее просто расстреляем вот так вот и прибьем. И уложим самбо. Самба-мамба в сторонку и по яйцам, и по яйцам, и по яйцам. Вот так, по яйцам пощечина. Так, теперь я вот это заберу. Так, нет, нет. А, вот, вот оно, забрали. Все. Кошмар, не центр, а какой-то сборище неудачников. Да, мистер Уик, пойдемте, посмотрим, что в следующем отделе. Мистер Уик, главный по обработке заказов на мировое зло. Точнее, аудитор мирового зла. Погнали дальше. Итак. Убежище. Под городом. Рукав. Хекс не смог бы достичь своего статуса, сражаясь честно. Вам придется столкнуться со всеми бойцами его личной армии. Весело нас ждет веселье. Ну мы готовы, у нас бинт запасной, так что все хорошо, и пистолет хороший. Погнали, погнали. Макадил. Вы все сражаетесь и убиваете. По имя клики слабых людей, живущих ради того, чтобы сдерживать сильных. Они требуют верности и отнимают жизни у нас. Я убью тебя, Джон. Я убью тебя за то, что ты отнял меня, и за то, что люди вроде тебя отняли у моего отца. Ну, цель благородная. Не могу отчасти не понять его. Я вот здесь, получается, пошел, да? О, добрый день. Как раз поможете нам найти укрытие. Благодарю. Так. Так. Ждать.
Так, парировать. Нейтрализовать. Нейтрализовать. Буду рядом с ним держаться. Нейтралку опять. Столько в нейтралку переводить. Сколько здесь вышибал? Надо уклониться. И там кто-то ведь пришел. Так. Парировать. Так. Удар. Уходим. Соберись, Джон. Так. Огонь. Так, нейтралка. Нейтралка. Иди сюда, недоделанный дебил. А теперь идем заберем нормальную пушку. Так, нейтрализовать. Здесь я дракона навряд ли получу, но с другой стороны, почему кто мне мешает? Так, толчок. Так, нейтралка. Нейтралка. Так, толчок. Оу, больно. Так. Так. Огонь. Огонь. Так, удар. Удар. Огонь. Соберись, Джон. Подними. Нейтрализовать. Мне куда вообще двигаться надо? Мне, получается, вот сюда двигаться надо. Их, наверное, бесконечное количество будет. Так, ждать. Так, парировать. Нейтралка. Пойду вперед. Так, парировать. Видел там одного. Так, соберись. Огонь. Так, огонь. Брось оружие. Сказал, брось оружие в него. Так, нейтралка. Нейтралка. Поднять. Я пока приберегу вот это количество патронов и бинтов. Попробуем прорваться. Может получится. Так, парировать. Нейтрал. Так, сменить стойку. Огонь. Сменить стойку. Огонь. Пойду возьму-ка. У меня кончились патроны, а пушка нормальная. Все, идемте.
Нет, пушка реально мне нравится, хорошая, стоящая. А, это еще не все. Так, соберись, Джонни. Я думал, это уже выход. Пойду боком. Безопаснее. Так, вот обходить их. О, где-то открылось. Так, нейтралочка. Так. Этот пока сюда идет. Так, нейтралочка. Нейтралочку вот сюда давай. Надо было перебинтоваться все-таки. Нет, очень хороший уровень. Мы, кстати, неплохо с вами шли. Почти дошли до финала. На узких пространствах Джон слабак. Нет, он хорош порой бывает. Я не буду сейчас секс озвучить. Потому что нет смысла, я его уже озвучил. Причем, как мне кажется, идеально. Так, огонь. Так. I'm gonna kill you in memory of what you have taken from me, and in memory of what men like you took from my father. Так, огонь. Пока промахивается. Ну-ка, иди сюда, Куцамоса. Так, парировать. О, неплохо толкает так-то. Зараза. Так, бросить. Эй, ты куда пошел? Иди сюда. Джон с тобой подраться хочет. Винтов мало. Нас сейчас прибьют. Так. Я же сказал, и что, задницу пнули, он упал? Так, это необычная смерть из Жудовика. Он пока еще не умирал от удара в задницу. Ой. Look at you. Fighting. Killing for the shame of weak men working to hold back the strong. They demand fealty. And they take our lives. Так, парировать. I'm gonna kill you, John. I'm gonna kill you in memory of what you've taken from me. And in memory of what men like you took from my father. Так, нейтралка. Огонь. Слишком много оружия нам дают. Слишком много верзил, слишком много оружия. Чем подвох? Так, парировать. Нейтралка. Нейтралка. Так, парировать. Нейтралка. Бросить. Огонь. Огонь. Парировать. Огонь. Неплохой удар, скотиныч. Так, бросить. Удар. О, неплохо.
Так, удар. Так, нейтралка. Иди сюда, Куцумото. Так, пока живем. Если я сейчас переживу эту волну, я применю бинт. Неважно, сохранится у меня для хекс или... А, нет, я не выживу. Так, уходим. Мне даже на всех не хватит. Так. Толчок. Уходим. Я же сказал, прибьют. Не получится все-таки. Ладно, будем продолжать. Надо, конечно, больше битов, видимо, везде раскинуть. Что? Сейчас случился. Look at you, fighting, killing for a regime of weak men working to hold back the strong. The man fealty. Так. And they take our lives. Парировать? I'm gonna kill you, John. I'm gonna kill you in memory of what you have taken from me. And in memory of what men like you took from my father. Так, нейтралочка. Так, нейтралочка. Так, смени стойку. Так. Нейтрализовать. Так, сменить стойку. Собраться лук. Ждать. Огонь! Парировать. Нейтралка. Так. Так, удар. О, плохо. Огонь. Огонь. Так, нейтралка. Нейтралка. Так, нейтралка. Я сказал нейтралка. Джон! Так. Нет, здесь право надо брать оружие за оружием. Вебка. Уровень интересный. Сложный, веселый. Мы на нем с вами уже 15 минут. Fighting, killing for a regime of weak men working to hold back the strong. They demand fealty. They take our lives. Огонь. I'm gonna kill you, John. Так, парировать. I'm gonna kill you in memory of what нейтралка. You've taken from me. Поднять. Мне нужно побольше. Так, соберись, лук. Так, ждем пока этого красавца. А, давайте огонь. Чего мне тянуть-то? Валяется все равно много чего. Перебью сначала всех, кто здесь.
Так, уходим. Поднять. Огонь. Бросить. Поднять. Уходим, Джон. Отходим. Так, нейтралка. Так, теперь нейтралка сюда. Я сказал, нейтралка вот сюда. Молодец. Удар по яйцам. Нейтралка. И удар по яйцам. Смотрите, сколько добра пропадает. Сколько пушек валяется всякого калибра. Реально, столько добра пропадает. Огонь. Вот это подниму. Так. Ой, зараза какая. Так, теперь сюда. Походу, перементоваться все-таки придется. Так, соберись, Вик. Бинты. Слишком большой риск. Нейтралка. А это кто идет? Огонь. Нейтралка. Много чего происходит. Ну вот видите, я не зря перепринтовался все-таки. Пока шанс выживания у нас высокие относительно. Но вот с Хекса будет прям беда лютая. Пережить всю эту волну. С другой стороны, впереди пока чисто все. Ну-ну-ну. Так, иди сюда, к папочке. И отдавай-ка свою пушечку, молодой. Хотя там хороший 19, а тут 13. Так, с какой стороны? Вот эту пока возьму. Пока не доберусь до 19-ки, возьму эту. Все, добрался. С искусством у меня тут прям полный порядок. Так, соберись, Вик. Так. Так, нейтралка. 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 Так, нейтралка. Нейтралка, иди сюда. О, 19-ку дали. Хорошо. Так, соберись, Вик. Ну это все, я так полагаю. Слишком чисто их уже мало стало сейчас. Если только у входа кто-то будет. Потратили один бинт. Но это того стоило. У нас, во-первых, 7 единиц здоровья. Это не так страшно, не так критично. Так что есть шанс выжить. Надо только понять, как этот вот товарищ будет с нами биться. А так, неплохо. Посмотрим, как это выглядело.
Приказ на галерею искусств. И Старвик продолжает свое изучение и раскидывает гребаных идиотов налево и направо. Посмотрите на эту боевку. Со всех сторон мистер Вик грамотно показывает приемы карате и самбо. И играет со всеми напропалую. Вы только посмотрите, как он танцует вокруг хоровод, ведет вокруг этой клетки полной жестких дисков. И каждому дает люлей. Но тут уже профессионалы. Каждый заслуживает по пуле. Это лучшие специалисты своего дела. Посмотрите, сколько здесь всего. Даже мистер Вик кидает за оружием. Настолько здесь все тяжело. Мистер Вик проходит от уровня к уровню. Расстреливает всех подряд. Берет все, стрясет шевелюры. Отыгрывает на все стороны. Отбивает разные стороны. Бьет всех. Вот смотрите, он даже сквозь решетку пробивает. Лишь бы только они отстали. Вот только посмотрите, как он с ними сражается. Массово бьет со всех сторон. Мистер Вик продолжает свое путешествие. Смотрите, даже здесь бьет. Бьет везде. Бьет лево, бьет право. Обходит. Станцую карнавали от смерти. Ох ты, вот это удар. Хороший ловешник. Дайте его положу вот так вот по яйцам. Иди сюда, с тобой тоже станцую карнавали от самбо смерти. И ты иди сюда. Вот так вот, прям по почке, по почке. Немножко сраснем, перебинтуемся. Отлично, спасибо, что пришли, сэр. И дайте я вас уложу сразу спать. И вас тоже уложу, сэр. И вас уложу, баю-бай. Ох ты, иди сюда, вот тебе пуля. И ты иди сюда, я тебе тоже положу. Заберу, уложу. Все, мистер Уик пошел дальше. Какая красивая галерея по захвату мира. Реально очень интересная галерея. Интересно, тут есть кто-нибудь еще? Люди? О, привет, иди сюда, я тебя прострелю в задницу. И тебя тоже. Вот так вот. И лови мою пушку. Да я тебе ложу, мой красотулич. Вот так вот. По яйцам. По городку, по годаку. Иди сюда. Вот это, какой красивый вид. Это я заберу. Спасибо. Хорошая пушечка. Жалко, что нельзя перезаряжать. И идемте дальше. Здесь у нас что? Сервисные. Сервисы выше учено. О, красота. Смотри, сука. Вот так вот. Расстреливайся. Уложить. Самба-бамба. Уложить. Самба-бамба. Не промахнешься. Я когда самбист, я неуязвим. Мистер Вик неуязвим во время нейтральной самбы. Нейтральная самба прибивает тебя. Вот так вот тебе по яйцам. О, можно я заберу твою уже? Спасибо. Итак, что здесь у нас есть? Вкусненькое есть? Нет? О, буфет! Мистер Уик всегда зайдет в буфет. Продолжить. Итак, финальный бой. Уинстон и Шерон ждут вас внизу. Пора заканчивать. Интересно, мы тут будем биться все-таки? Или же Уинстон и Шерон уйдут с нами спокойным миром? Вот любопытная ситуация. Давайте посмотрим. It's over. Все кончено. Слава богу, что тебе уже не придется пережить той утраты, которую пришлось пережить мне. Наша жизнь лишилась жестокая штука, Джон. И я в ней гребаный панчлайн. Эх, надо тебе... О, у тебя револьвер. Так, сменить стойку. Так. Наплевать на этого. Жду Хекса. Так, отлично. Так. Удар. Иди сюда, Хексик. Толчок. И огонь из всех щелей. Так, иди сюда, Хексик. Хексик. Так, зараза.
Так, удар. Придется отходить. Спирит Джон. Ну, привет, Хекс. Давай сыграем в битву. Да, я без вебки, ребят, знаю. Ну, нейтрализовать я его не смогу. Мина. Огонь. Вот и готово. Район зачищен. Посмотрим. Слушайте, какой-то слабенький босс мировой тайной мафиозной группировки. Реально какой-то слабенький оказался. Реально. Даже тот гребаный амбал из четвертого Уика куда посильнее был. Может, потому что я всех уже боссов пробил. Самый сложный босс, всех которых я сражался, это была китаяночка на судне. Вот реально, она была та еще сложная задача. Даже дочка его так посильнее была. Забавно. Вот тебе и злой главгад, да? Ладно, давайте посмотрим. Пора заканчивать, Хекс. Я прибью твоего слугу. Прокрачусь между твоими бюстами и оттолкну тебя подбородок. Еще раз оттолкну тебя, к стеночке прижму. Сделаю тебе капитон. Капитон японский, иди сюда. Я тебе капитончик сделаю. Давай, капитончик. Вот так вот. Нравится, когда я тебя бью? Нравится, когда я тебя бью по яйцу. Вот теперь получай по серебряной пули. Серебряные пули. Лучшие серебряные пули в городе. Нигде таких тут больше не купишь. О, извините. Извините, я задолжу вас оружие, а то у меня кончились патроны. Спасибо. Так. Так, потрясем бороды, возьмешь оружие. Так, отойдем. Иди сюда, я тебе тут по яйцам дам. Вот так вот, по яйцам, по яйцам. И вот, держи пули. Все. А, легко. Слабак. Ну, реально слабак. Слишком легко, слишком просто. У меня еще 5 единиц здоровья. Слишком легко. Ну, нет, конечно, логично, что я брал... Там 4 бинта у меня все было на весь этот большой этап с бункеров. Ну, слабак, он мне особо-то ничего не сделал. Даже его лакей с пушкой и то мне в этом, на, вот на финале сейчас дал хоть какой-то урон. Он не смог. Ладно, посмотрим, что дальше. Итак, убежище. Закончено. У нас с вами получено звание Змей Горыныч. Ну, это традиционное для нас... Ну, вы же знаете это звание. Я всегда произменю все типы оружия, что есть. Змей Горыныч. Дракон с тремя... Дракон с трех головах? А, дракон о трех головах. Уик в совершенстве владеет любым видом огнестрельного оружия. Ну, что поделаешь, что люблю я это, люблю это. Ой, жалко, конечно. Ну, какой-то слабый босс оказался. Ладно, продолжим. Джонатан. Джонатан. A pleasure to see you again, Mr. Wick. Рад снова вас видеть, мистер Уик. Не желаете посетить врача нашего отеля? Посвящается Керри. Хекс, Трой Бейкер, Уинстон, Иэн Макшейн, Шахарон, Лэнс Редерик. Автор сценария, режиссер Майк Биттл, создатель персонажа Дерек Котсланд, дизайнник... Ну, в общем, основные главные герои, которые здесь озвучивали, это те самые актеры, которые отыгрывали своих персонажей в фильмах. Ох. Реально, прекрасная игра. Мне она очень понравилась. Бойкая, интересная, логичная. И мы ее, наверное, с вами еще на стримах, уж только на стримах, будем брать в режиме агента. Ну, время от времени. Не постоянно, но так, периодически. Хочется попробовать все-таки делать. Вот с вами, вот всего будет несколько секунд на обдумывание. Будем пробовать. Бойкое все будем делать. Надеюсь, что он зайдет. Подход такой, посмотрим. Я не знаю, когда это сделал. Наверное, в отпуске тоже будет такой режим агент. Попробуем все это делать. А пока что, ребят, спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто... Ну, если сейчас будет впереди анимация, я еще озвучу. Но пока сейчас говорю, то мало ли.
Так что спасибо всем, кто смотрел, спасибо всем, кто ставил лайки, поддерживал весь геймплей. Если вдруг вы смотрите отсюда, пожалуйста, посмотрите первые эпизоды, предыдущие эпизоды, и я буду очень рад почитать ваши комментарии. Мне будет реально приятно, а вы сделаете доброе дело. Ну и заодно поддержите таким образом уже наш канал. А это чисто веселье. Реально очень большое веселье. Что ж, на самом деле был Вескер, Umbrella Teaching, и давайте же глянем, а то мало ли что тут еще есть. А, все. Ясно. Нет, мне реально очень понравилась игра, ребят. Так что еще раз всем большое спасибо, кто сегодня с нами был. И как начинали, так и заканчиваю. Джон Баба Яга, его Уик, бессмертная, до четвертого фильма. Next! Или Hex, как здесь пишется. Что ж, ну я пошел делать шортс по нему. Удачи! Увидимся!